я думаю, самая большая проблема, что есть гигантский разрыв сейчас между художниками и дизайнерами. Хотя для меня это ровно одно и то же. Многие думают, что искусство, оно что-то большее, чем просто картинки, оно вызывает эмоции. Но по сути между искусством и дизайном нет принципиальной разницы какой. В дизайне у тебя есть прямой покупатель, это заказчик дизайна. В искусстве есть прямой покупатель, это галерист и люди, которые придут в галерею. Все ровно одинаково. Другое дело, что зачастую дизайн видит чаще на полках магазинов и тому подобное. Но если это великий художник, его тоже будет видеть. Поэтому для того, чтобы прокачаться в плане дизайна, я бы на вашем месте сгонял бы лучше на выставки современного искусства, которые в Москве. Это куда более важно, чем все, что все конференции по дизайну, которые происходят. Лично на мой оценочный взгляд, искусство предопределяет рекламу. Грубо говоря, как это происходит? Появляется чувак, который делает очень какой-то в интересной стилистике картину. Сразу приходит бренд, который покупает этого художника, покупает, не знаю, права на его картины и использует их в рекламе. И взрывает. Как из известного, был чувак, который делает картины, выкладывая людей из складочек, из простыни. Ну, неважно, возможно, вы это не видели, но у него делал такие картины. Пришли ребята из Типаля, которые делают утюги, и такие, это наш парень. Из простыни сразу, и ребята взорвали, сразу победили в Каннах и тому подобное, просто взяв художника с его манерой. Большие бренды сейчас, мне кажется, больше ищут художников, нежели дизайнеров, потому что все настолько просто стало делать дизайн, ну, ввиду того, что все программы доступны, все это легко, что стало важнее придумывать.